В качестве вкусной закуски на праздничный или ежедневный стол хочу предложить вам очень классный и совсем несложный способ, как приготовить грибы, фаршированные курочкой с сыром и зеленью. Идеальное, на мой взгляд, сочетание грибочков и куриного филе тут работает действительно потрясающе. Начинка получается очень нежной, аппетитной и благодаря сыру мягкой консистенции. Специями я бы не рекомендовала увлекаться, тут вполне достаточно соли и перца. А вот начинку по желанию можно разнообразить овощами по вкусу. Например, чудесная закуска, красивая и вкусная. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Первым делом вымойте как следует и обсушите грибы, аккуратно вырежьте и удалите ножку. 2. Выложите грибы в жаропрочную форму. 3. А ножки мелко нарежьте. 4. Куриное филе вымойте, обсушите и острым ножом нарежьте очень мелко, можно пропустить через мясорубку. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. На сковороду с небольшим количеством масла выложите курочку и обжарьте на среднем огне пару минут. 6. Добавьте измельченные ножки и жарьте, помешивая, минут 5. 7. В небольшой мисочке перемешайте до однородности муку со сметаной. 8. Выложите на сковороду, добавьте соль и перец по вкусу. 9. Все как следует перемешайте и оставьте тушиться на 8-10 минут. 10. Снимите начинку со сковороды и переложите в небольшую мисочку, добавьте фету. 11. Измельчите немного вымытой и обсушенной свежей зелени. 12. Тщательно перемешайте начинку и аккуратно разложить по грибным шляпкам. 13. Натрите на терке твердый сыр и присыпьте им грибочки сверху, отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте минут 20. Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам понадобится: филе куриное 200 грамм, сыр фета 50 грамм, грибы 10-12 штук, крупные, сметана 2 столовые ложки, твердый сыр 100 грамм, мука 1 чайная ложка, растительное масло 1 столовая ложка, зелень 1-2 столовые ложек, соль и перец по вкусу, количество порций 10-12. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь на скорую встречу на канале.